Давай. Слушаем. Чок-чок. Всем привет! Вы угадали кинолайк, с вами я, Камиль. Всем привет, друзья! Сегодня мы с Камильчиком решили приготовить кейк-попсы. Для этого у нас есть вот такой вот наборчик для приготовления тех самых кейк-попсов. Здесь у нас нарисованы кейк-попсы, которые у нас должны получиться. Вот сам аппарат, который готовит с ручкой, вот миксер. Ну, наверное, для начала нам надо его открыть. Да. Да, открывай. Так, что там? Так, первое, что у нас вышло, это инструкция. Так, тут, наверное, рецепты. Или как надо приготовить. Да, как надо приготовить пирожные на палочке. Кейк-попс. Дальше, вот. Что у нас там? Ручка. Ручка от миксера. Так, ручка. Нет, там что-то еще. Что-то еще? Угу. Давай сам аппарат. Вот аппарат с крышкой. Да, здесь у него вот от крышки открывается, сюда засыпаются ингредиенты и можно будет, да, это все дело мешать. Да. Это у нас подставка для кейк-попсов, готовых уже. Смотри, видишь, подставочка. Вот сюда вставляются палочки. Так, дальше что у нас в коробке? Посмотрим. Так, что это у нас? Вот сам миксер. Это насадка для миксера. Да. Сейчас мы ее достанем с пакетика. Сейчас. Пока я достаю, Камильчик будет собирать нам миксер. Так, что у нас тут? Так, я так понимаю, что вот эта емкость для шоколада. Для глазури и шоколада. Вот такая вот емкость. Сюда будет засыпаться горячий шоколад. И будем потом, наверное, макать кейк-попсы, да? Что у нас еще тут? О, самое главное. Смотри, Камильчик. Самое основное. Формочки для наших пирожных. Смотри. Давай посмотрим, какие формочки. Вот, формочка первая. Мишка. Нет, это Мишка. Или Микки Маус. Сердечко. Смотри-ка. Шарик. Вот форма шарика. Смотри-ка. Вот. О, Камильчик уже собрал аппарат. Давай посмотрим. Так, и вот это вот у нас еще вот одна формочка осталась. Я не знаю, по-моему, это пирожное, да? Да. Напоминаю, что это пирожное. Так. И тоже очень важный момент. Это палочки. На чем будет держаться наше пирожное? Палочки откладываем пока в сторону. Так, вот аппаратик наш. Камильчик его уже собрал. Сам? Вот. Сам, конечно, ты настоящий кондитер. Папа, мне эта штука так нравится. Вот это вот приготовление. Это. Так, для того, чтобы нам приготовить пирожное, нам понадобится... Сливочное масло. Сливочное масло. Ставим, держи. Сливочный сыр. Держи. Аккуратно, только не переверни. Бисквит. Уже готовый? Да. Так. Глазурь. Глазурь, да. Кондитерская посыпочка вот такая. Все это мы кладем в стороночку. Так, открываем наш миксер. Открывай. Открыл? Убери в стороночку его, крышку, чтобы не мешало, давай. Так, бери сыр, вот наш сыр. И все до последней капельки высыпай туда. Аккуратно. Сыр у нас готов. Да. Откладываем в сторону. Написано было, что надо сначала... Закрываем крышечку. Закрывай крышечку. Крути, 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 чтобы он сбился. Все, стоп. Добавляем масло. Добавляем масло. Держи. Давай, давай. Точно. Я подержу. Взбить наш сыр. Все? Да.
масло у нас готово. Закрываем крышечку. Закрыл. Вот, все помешалось. Хорошенечко вообще. Добавляем по чуть-чуть бисквита. По чуть-чуть. Добавляй. По чуть-чуть. Еще. Стоп. Перемешать. Очень сложно. Давай, держи. Давай. Я буду держать снизу, помогать тебе. Вот. Давай. Теперь в другую сторону. Вот, видишь? Когда вращаешь в разные стороны, оно отлепляется. Теперь мешаю вправо-влево. Вот. Держи крепко. Что там у нас? Мешается все? Да. Мы все смешали. Теперь это все нам надо сложить вот сюда. Давай. Аккуратненько. Все складываем. Это все мы смешаем. Это все надо будет нам накрыть крышечкой и положить в холодильник, чтобы это немножечко все охладилось. Да. Все, несем в холодильник? Давай. Пока наше тесто охлаждается, мы растопим наш шоколад на водяной бане. Да, вот мы приготовили белый шоколад и темный шоколад. У нас будет две глазури. Да. Все, шоколад наш растаял. Шоколад наш готов. Вот он. Растопленный, он лежит в теплой баночке, снизу у него горячая вода, его постоянно поддерживают в жидком виде. Так, тесто наше для наших пирожек тоже готово. Вот оно какое получилось. Твердое, да, охлажденное такое, как пластилин. Сейчас мы будем заполнять наши формочки. Так, сейчас каменчик будет заполнять формочки. Так, какую формочку первую берем? Сердечко. Первая формочка у нас сердечко. Все, сердечко мы открыли. Бери наше тесто. Чуть-чуть. Вот так? Бери тесто чуть-чуть, да. И заполняй. Так. Так, и что нам надо сделать? Нам надо вставить палочку. Держи. Вот этой маленькой части вставляй. Вот сюда в отверстие. Здесь вот есть отверстие. Вставляй. Так. Аккуратненько вставил. Что-то ты криво вставил. Надо было ровненько. Вот так. Оп. Вставили. Открываем. Так, как же оно? Вот так вот. Оп. А можно уже открыли. А? Нет, еще нельзя. Надо еще приготовить печку. Надо еще его покрыть глазурью. Что-то она не хочет вылазить. Так, вылезла. Вот. Первая наша печенька. Да. Кладем ее вот сюда. Глазурь. Нет, не в глазурь. Пока кладем ее вот сюда. Так, ну вот что у нас получилось. Сейчас мы будем его макать. Наш шоколад. Давай. И украшать. Вот. Ну что тогда, давай теперь нанесем глазурь. Да. На наше пирожное? Да. Так, бери, выбирай любой, какой ты хочешь. Так. Макай аккуратненько. Вот так. Еще. А можно прям сюда взять, вот так, оп. Оп. Помакать, оп. Давай другой. Держи. Шарики. Макай сюда теперь, разноцветные. Ну-ка. И вот сюда. Все. Ставим. Вот сюда. Какая красота получилась, да? Ну, каменчик уже пальцы облизывает. Так, следующий. Это у нас Мишка. Мишка мы макнем. Темный шоколад. И темный шоколад. О, темный шоколад получился прям отличный. Да. Смотри, ого. Класс. Сейчас, подожди секундочку, надо вот так встряхнуть. Давай. Так, встряхнули. Теперь, подожди, все равно капает еще. Все, встряхнули. Давай. Опускай.
Все, да, ты зеленого много сделал. Ты зеленого очень много сделал. К нему уже больше ничего не прилипнет. Оставляем его зеленым. А мы его оставим зеленым. Давай, следующий. Следующий у нас грибочек. Грибочек макаем в черный шоколад. У нас был грибочек? Да. У нас не был грибочек, это шарик. Это грибочек? Нет. Просто он такой неровный получился. Так, теперь мы его макнем куда? Держи. Ой. Сейчас. Ну, макни его куда-нибудь. Вон, в эти, в разноцветные. Держи. Сейчас. Течет? Нормально, макай. Макай вот сюда. Вот, ты много прям не делай так. И чуть-чуть сюда. Вот. Ого, какой получился. Опа. Сейчас я тоже немножечко. Ого. Следующий. Все, готово. Я сам как кейк-боксы. Вот что у нас получилось. Вот такое вот искусство. Красивое. Красивое, красивое. Зато аппетитное. Давай пригласим нашу сестренку. Давай. Аминка. Иди сюда, у нас кик-попсы. Аминка, попсы наши готовы. Иди к нам. Привет. Иди вставай рядом с братиком. Иди сюда. На, тебе держи стульчик. Садись. Какой хочешь? Попсы наши готовы. О, маму угостите. Конечно, и маму угостим. И Аминку угостим, всех угостим. Да, у вас красиво получилось. Классно получилось? Ну, мы не получили ту форму, которую хотели, но зато у нас, вот видишь, как все аппетитно. Разноцветно, ярко. Мы все в шоколаде. Мы все в шоколаде. Какой я хочу? Выбирай. Ну, сначала вы выбираете, давай. Потом я. Аминке дадим самый большой и самый разноцветный. Самый розовый. Держи. Девчачий, розовый. Маме мы дадим. Тоже девчачий. Тоже девчачий, самый большой. И тут, чтобы много цветочков было. Наша мама тоже девочка. Нам с тобой зеленые, военные. Зеленый цвет военный. Мы с тобой мужики. Держи. Так, чокаемся. И говорим кейк-попс. И чокаемся. Маминка, давай. Раз, два, три. Кейк-попс. Кушай. Чок-чок. Пробуем. Только честно говорим. Хрустящий. Ну правда, очень вкусно получилось. Ладно. Всем приятного аппетита. Спасибо. Ставьте лайки. Пока.